Ассаляму алейкум, приветствую всех на канале Кизлярские ножи. В первую очередь хотел сказать спасибо вам, наши друзья, наши подписчики, за вашу поддержку, лайки, репосты, комментарии. Хотел сказать пару слов о нас. Мы в этом бизнесе около 10 лет. Кизляр и Кизлярские ножи – это известный бренд не только в России, новый в мире, можно сказать, особенно в СНГ. Наш товар хвалить не будем, пусть клиенты об этом будут говорить. У нас есть отдельный плейлист для этого. Там ставим все отзывы наших клиентов. Можете посмотреть, что они говорят и так далее. Насчет розыгрыша. У меня, когда мы уже перешли в социальные сети, а это уже где-то 2,5 года, как мы перешли в социальные сети, Instagram, YouTube и так далее, в Одноклассниках, ВКонтакте, я решил такое, ну, сделать приятное нашим подписчикам. Все-таки от людей мы получаем лайки, от людей мы получаем поддержку. Некоторые даже пишут: ну, спасибо за такой товар, за такое качество. Я помню, даже человек писал, около 10 лет пользуется ножом, он даже отправил нож, который у нас, не у нас, конечно, он где-то в магазине купил, Кизлярским, в Грозном он говорил. Около 10 лет человек пользуется, говорил спасибо, что такие хорошие работы делаете. Очень приятно получать такие отзывы. Мы решили порадовать наших подписчиков, наших друзей. Первый розыгрыш, который мы сделали, розыгрыш мы сделали в Инстаграме. Также подарили 3 ножа. Второй розыгрыш мы провели в Одноклассниках. Там тоже, по-моему, 3 ножа было. Там тоже 3 ножа было. И сейчас мы проводим розыгрыш в YouTube. Или для наших подписчиков, которые находятся в YouTube. Так как условия должны быть выполнены именно в YouTube. Вот, я пообещал нашим подписчикам, вы тоже это помните, когда мы наберем 2000 подписчиков, мы разыграем нож. Это было такое мое мнение. Поблагодарить, порадовать наших подписчиков. Ну, я подумав, советовался с партнерами, мы решили разыграть 3 ножа. Я думаю, тоже еще приятнее. 3 ножа будем разыгрывать. И еще такое придумали такую идею. Давайте мы поставим ножи, которые мы можем разыграть на выбор. Например, сколько там ножей было? 7 ножей, по-моему, было. И пусть наши подписчики выберут, какие из этих ножей они хотят, чтобы разыграть. Мы это видео поставили. Получили очень много комментариев, поддержку. И мы выбрали 3 ножа. Вернее, вы выбрали 3 ножа. Это мы на экране покажем вам их. Это Беркут, сталь АУС-8, рукоять Эластрон, первый нож. Он, можно сказать, почти все его сильно захотели. Второй нож – это Егерь, рукоять Кавказский Орех, сталь 65Х-13. И третий нож – тоже Беркут с рукоятью Орех. Вот эти 3 ножа будем разыгрывать. И самое важное – условия розыгрыша. Условия розыгрыша простые. Первое условие – лайк этому видео. Второе – поделитесь в любой социальной сети вот этим видео с друзьями. Чем больше, то нам будет приятно, если у вас несколько социальных сетей. И то, что вы сделали, вот эту ссылку ставите сюда в комментарии. И делайте скриншот. Скриншот – это снимок экрана. И отправляйте, имеется в виду, вот то, что вы работу сделали, лайк поставили, поделились. В комментарии поставили ссылку и скриншот делаете.
Вот этот скриншот, снимок экрана вы отправляете нам на WhatsApp. Вот по этому номеру вы на экране вы увидите. После этого я вам отвечаю и вам даю индивидуальный номер. У каждого участника будет свой номер. Например, начнем с первого. Да, первый, второй, третий, четвертый, вот так. И наш номер вы записываете, кизлярские ножи. И через 3 дня мы разыгрываем. Розыгрыш будет проходить на нашем Instagram-аккаунте, Instagram-странице, так как там очень удобно прямой эфир и так далее. Там будем мы разыгрывать. Ссылки будут в описании. Через 3 дня, 9 часов вечера по московскому времени. И мы узнаем, кто победит. У нас подарки, я повторяю, 3 ножа. Дорогие друзья, представляем вам ножи. Лидеры продаж. Нож Беркут. Пистолет 65Х13. Рукоять «Кавказский орех» в комплекте с такими кожными ножнами. Нож «Егерь» также из стали 65Х13, цельнометаллический, рукоять «Кавказский орех». И нож «Беркут» из стали АУС-8, рукоять «Эластрон». Все ножи комплектуются вот такими кожными ножнами.